начнем с сообщений из Гааги. Там в одном из жилых домов прогремел взрыв. Как сообщают местные СМИ, это трехэтажное здание на окраине города в районе таунхаусов. Информации о пострадавших пока нет, но под завалами могут быть люди. На месте работают спасатели и пожарные. Есть угроза полного обрушения дома. Полиция считает, причиной взрыва могла стать утечка газа.